вот мы забрались на гору, где находится часовня Праскевия Пятницы. Тут вся панорама города видна как на ладони. Город преобразился, что мы даже бабушкин дом не можем определить. Раньше он был яркий, белый, вот в той стороне как раз. Где-то вот, так, вот тут вот находился, а сейчас нету. Не видно. Вот здесь вот академгородок. Где-то здесь вот на горе там видно. Если левее тут пройтись. Тут есть и склоны, где скатываются вон там на лыжах катаются горных. Ну, вот здесь вот через Енисей правый берег видно. Тут куча домов. Так, где же тут наш Биг Бен? А, вот он, Биг Бен. Вот он, наш центральная администрация, Красноярское речное пароходство. И вот здесь вот театр оперы и балета. Его, кстати, не видно за этими домами большими. И там вон коммунальный мост как раз. Так красиво, давно здесь не были. А, вон Копылово, кстати. Вот она, Копылово. Я думаю, где тут видно? Вот он, этот мост Копыловский. Точно.